Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торез, самопровозглашенной Донецкой республики. Все произошло около 5 часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26. Внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать. В небе можно было наблюдать черный дым. Ан-26 упал в стороне от жилых кварталов в районе шахты. Добавлю, что Торез находится около города Снежное и кургана Саур-Могила. Эти территории контролируют ополченцы. Ополченцы утверждают, что «Боинг» сбили украинские силы противовоздушной обороны. По некоторым данным, на большой высоте за лайнером шел самолет СУ ВВС Украины. Российские информационные агентства сообщают, что в район авиакатастрофы Украина ранее перебазировала самоходные зенитные ракетные комплексы «Бук». Воздушные суда на высоте более 10 тысяч метров могут быть поражены только оружием типа С-300 или «Бук». У ополченцев этого оружия нет. Добавлю, что это не первый случай, когда украинские ПВО сбивают гражданские самолеты.